Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Апо. Сегодня в этом ролике мы с вами проходим башню Темной Королевы. Смертельная сложность, 200-й бой. Против нас Рейн МК-11 босс, Синдел МК-11 и Шансун МК-11. От Рейна у нас идет ливень плюс кровотечение, к смерти, вампиризм, ослепление, удача, пробой щита и случайный отрицательный эффект. От Синдел идет оглушение, проклятие, тоже ослепление и кровотечение. От Шансуна идет к смерти, вампиризм, ослепление, удача, пробой блока и плюс оглушение. Хочу попробовать сегодня вот такой вот отряд. У нас будет Фуджин с саппортом, для него ржавую бензопилу, кресло, трубку и счастливую шляпу поставил. Нашим основным дамагером будет классик фильм Рейден. Для него я поставил искатель душ, темную мантию, перстень Синдал и последняя затяжка звезды рейслинга. Еще один наш саппорт будет Injustice 2 Рейден. У него проклятый кнут, дерзкий наряд злой сестры, племенная повязка и джаксофон. Но думаю, тоже его снарягу можно будет сменить на эдонистскую силовую пулю. В общем, как-то так. Пока что поставим для Рейдена перстень Синдал. Если не получится, потом, может, поменяем снарягу. Таланты для своего отряда я поставил стойку сокола, крепкую защиту, защиту Центриона, искусство щита, школа красного дракона, призрак и учение Шинока. Поддержку, стойку кабана, тактика спецназа, сосредоточение, несокрушимая воля, закаленный организм и чемпионы Дени. Устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. Спонсором моего канала является магазин игровой валюты The Apoimco Shop, где вы можете приобрести все услуги для игры Mortal Kombat Mobile, начиная от душ по самым низким ценам среди конкурентов для платформы Android и iOS. Привязка к консоли, покупка боевого пропуска, покупка всех донатных наборов со скидкой для платформы Android и многое другое. Реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка в описании. Тут у нас проблема и воскрешение отряда, и кровавая бомба, и оглушение. Тут есть все, что можно только придумать для боя. Ай-яй-яй, смотрите, он просто сменился. Господи. Пока что у нас неуязвимость есть, можем не бояться. Сейчас нужно будет просто использовать спецприем для рассеивания, а потом нужно будет накопить второй спецприем быстрее. Давай. Тогда просто меняемся за Рейдена и будем использовать первый для рассеивания, потом второй. Хорошо. Как он сменился? Я же вроде привязку поставил или нет? Я уже не помню, если честно. Идет ракетное отставание и оглушение от ракетного отставания. Просто делаем второй сейчас и меняемся. Хорошо. Сейчас меняемся, делаем первый. У нас есть неуязвимость и плюс рассеивание. Просто хорошо. Идет оглушение. Хорошо. Идет морозилка. Тут нас будет бесить это ракетное отставание со своим оглушением. Просто делаем второй. Хорошо. Ай-яй-яй-яй. Он успел выйти, но не знаю, урона, по-моему, не было. То есть урон не считался. Хотя я успел проводить тут вот испытание, которое нужно проходить. Еще раз делаем второй и будем сейчас... Ай, почему? Ну ладно, сейчас просто делаем первый. Ну, почему-то... Ай, сейчас
Синдел будет постоянно использовать свои оглушения, когда мы будем атаковать ее. Сейчас нужно быстрее использовать второй спецприем. Ну, конечно, никто не обещал, что это будет легко. Хорошо. Сняли. Ну, думаю, пока что идем неплохо. Я думаю. Ну ладно. Хотя бы сняли больше половины хп у боссов, я думаю. Все-таки ответ неплохой. Господи, да, сняли почти больше половины хп именно у Шансуна. Сейчас нам нужно будет еще раз попробовать повесить бурю против Рейна, а потом сразу меняться на Injustice 2 Рейдена. Потом сделать привязку. Ясно, ливень отряда у нас идет сразу и горение идет. Это за то, что у нас есть пробой блока против Рейна. Только из-за того, что у нас есть... А вот и сюрприз. Мы просто менялись и сразу тут выходит Синдел. Ну, конечно, как же иначе? Сейчас просто делаем первый. Ну, почему-то привязки нет, к сожалению. Ладно, меняемся за Рейдена. Сразу же ослепление идет. Ну ладно. Сейчас просто делаем первый. У нас рассеивание есть. Нужно будет использовать второй. Ну ладно. Ливень идет. Ай-яй-яй-яй, вампиризм идет. За счет метки смерти, ребят. Извините, мне очень трудно сейчас и комментировать, и играть будет. Я пытаюсь как-то что-то придумать, но пока что безуспешно это у меня получается. Я зря пропустил. Делаем второй. Давай, Рейден. Хорошо, давай. Отлично. Просто меняемся и делаем второй. Делаем второй, сейчас будет ракетное отставание. Хорошо. У нас это был обратный урон. Хорошо, привязка есть на самом деле. У Шансуна очень мало хп. Я думаю, сейчас просто избавимся от него. Просто делаем второй за лучшего. Хорошо. Делаем первый и сразу будем меняться. Еще раз делаем первый для рассеивания. Хотя у нас была неуязвимость. Хорошо. Ой, отлично. Отлично. Давай. Пробой блока и второй спецприем. Один раз. Ай-яй-яй. Ладно. Хорошо. Рассеивания будет? Нет, рассеивания нет. У нас время, что ли, закончилось? Я даже не заметил. Я даже не обратил внимания на время. Я думаю, такой, у меня еще времени полно. Сейчас сделаю второй, и все будет хорошо. В принципе, можем не бояться Шансуна. От хила, получается, отряда. Только нам нужно будет повесить метку смерти. Постараться, чтобы избавиться от боссов, чтобы у них не было вот этого вот воскрешения. Хорошо, сейчас просто делаем. Давай. Отлично, просто меняем. Ну да, конечно. Как же иначе? Он просто уходит. Делаем второй. Хорошо, рассеивание есть. Нам нужно будет постараться повесить метку смерти. Метку смерти нам нужно
Ой-ой-ой-ой, это минус. Да, это минус. Иди-ка сюда. Ну, это воскрешение. Само собой, это воскрешение. И будет, скорее всего, сейчас меняться. Да. Просто меняемся, делаем второй. Ну, они, скорее всего, будут часто меняться. Ну, естественно, метка смерти у нас не будет, скорее всего, да. Хотя бы Рейну нужно будет еще раз, если убьем Рейна, вообще будет супер. У нас останется только Синдел. Но у нас идет контратака от Рейна и вешает нам ливень. Делаем первый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но если сейчас убью Синдел, тоже, наверное, будет воскрешение. Сопротивление. Ну да, конечно. Зря. Ну, конечно. Неуязвимость. Нужно будет постараться повесить метку смерти против Рейна. Убить его, потом или же через бруталку играть, да, за Рейдена. Я для Рейдена Injustice 2 поставил комплекты бруталки, буровестника повелителя грома и символ повелителя грома и семейные инструменты. Это если что, будет сопротивление к оглушению, если у нас будет Синдел ластовый и она будет нас стараться попытаться оглушить. Пока что классик фильм Рейдена поставил на первый слот, потому что у Рейна сейчас ХП немного больше, чем 25%. Будем попытаться отнимать у него ХП, а потом закончить бой с бруталкой. Если не получится, как запасной вариант у нас Искатель Душ, который будет накладывать противникам метку смерти. И поставил, то есть прокачал нужные таланты для завершения боя с бруталкой. Это точность и завершение, особое завершение. В общем, идем и будем просто отнимать ХП у Рейна, если не получится. Просто будем сейчас отнимать ХП у Рейна и нужно оставить меньше 25%. Думаю, этого должно хватить. Скорее всего, он после этого просто будет меняться за Синдел. Давайте подождем, пока он будет меняться. Просто подождем. Ты же гад. И просто смена. Ослепление. Делаем первый, но не будем. Все, рассеивание есть. Оглушение. Хорошо. Давай, пробей блок. Пробей блок, Рейден, не тупи, господи, не тупи, Рейден, пожалуйста, не тупи. Бруталку, хорошо. Хорошо, ребят, хорошо, у нас бруталка есть. И входит Синдел, пробой блока, хорошо, сопротивление. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нужно будет подождать, пока она закончит, и идти свои... Ай-яй-яй-яй. Нас. Господи. Ну ладно, тогда вот последний вариант это подождать, пока она будет воскрешаться. Ну, сейчас делаем просто первый и получаем рассеивание. Хорошо. Рассеивание у нас есть. Будем играть через второй спецприем тогда. Второй спецприем Рейдена. Все пошло не так, как я планировал, ну и ладно. Так, 28. Делаем. Меняемся. Делаем второй. 30 секунд у нас остается, хватит ли этого, я не знаю, если честно. Надеюсь, хватит этого.
Меняемся. Делаем первый. Просто сильный у нас есть. 10%, 8, отлично. Метка смерти здесь у нас есть. Просто делаем еще раз первый. И это должно быть минус. А нет. И с пинком заканчиваем наш бой за Рейтона. Классик фильм. И за это получаем дерзкий наряд злой сестры. Становится у меня второго. Я еще не донатил на снаряжение этой башни. И получаем хищную Мелину. Она у меня становится девятого. Отлично. На самом деле, алмазка на слиянии это всегда радует. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем мира и добра. Всем до скорых встреч. Не забудьте написать ваши мнения в комментариях. Мне очень интересно будет прочитать. Всем пока-пока.